Скуби-Ду, лучшие моменты моей жизни связаны с тобой. Мои тоже, Шегги. Помнишь, как мы с тобой познакомились? А что за приправа? Песок. У меня для тебя подарок. Мне нравится. Никогда его не сниму. Сладость или гадость? Итак, команда, что у нас дальше по плану? Стоп, стоп, стоп! Шегги и Скуби похитили? Приветствую вас на борту! А, это за что? Просто проверяю, что это не сон. Взял бы и ущипнул себя. Ау! Ау! Закончили? Ау! Да. Советую пристегнуться. Скуби-Дуби-Ду! Поехали! А вот сейчас можно тормознуть и высадить нас здесь? Мы сами дойдем. Этот наглый злодей смотрит сериалы бесплатно. Это нечестно по отношению к тем, кто платит за Netflix. А за Netflix надо платить? Если подумать, что делает тебя тобой? Это «Мир до жизни», где новые души обретают характеры перед отправкой на Землю. Наставники вроде меня помогают им раскрыть таланты. Только вот... я здесь по ошибке. Казалось, сегодня лучший день в моей жизни. Ждем к 6:00 начала концерта. Есть! У-ху! Взяли в джаз-бэнд Доротея Уильямс, представляешь? Ты жизнь надоела, что ли? О, простите. В общем, про Землю мне все уже понятно. И она даром не нужна. Ломать распорядок, налаженный быт. Я парю в тумане, судоку разгадываю. Ну а как же радости жизни? Каждый из тысячи моих наставников меня ненавидит. И мать Тереза. Я сострадаю всем и каждому. Кроме тебя, тебя не люблю. И Коперник. Ты не пуп вселенной. Мир не вертится вокруг 22. Мари Антуанетта. Никто не сладит с тобой. Никто. Знаешь, от чего ты отказываешься? От той же пиццы. Не пахнет. Ни вкуса, ничего. Боли тоже. Видишь? Да понял я, хватит. Недолог наш век. Жизнь быстротечна. Будь самим собой. Живым, гениальным собой. Я здесь не весть сколько веков. Не представляю, ради чего мне бы вдруг захотелось жить. И тут являешься ты. Ты влюбленный в жизнь. Я должна понять, увидеть. I'm feeling alive, alive, alive. I'm changing. Это что это? Не волнуйся, все нормально. Душу здесь не раздавить. Для этого есть земная жизнь. Как вы там? Тут трясет. Что? Это не тряска. Я могу еще прокатить! Покажу мертвую петлю! Все семьи странные. Привет, Адам! Но поверьте, ни одна не сравнится с моей. Папа Бигфут. Какие планы? Линия одежды? Реклама кроссовок? Видеоигры? Да, тот самый Бигфут. Глядя на меня не скажешь, но я тоже Бигфут. Ого! Мы заботимся об окружающей среде. Экстракт. Чистая нефть. Чистая нефть? Ха! Он издевается. Ваши слабые влияния могли бы остановить экстракт, пока не поздно. Природа зовет. Ты снова дома. Ты не можешь уехать. В чем смысл славы, если не в том, чтобы помочь нашему миру стать лучше? Большое приключение. А ну, экстракт, вали домой! Зачем им нужны охрана, дроны, если нечего скрывать? Срочная новость. Бигфут пропал без вести. Что? Надо помочь. О, боже. Опять ты за свое. Разношерстная семья. Ребята, пристегнитесь.
Вот тебе и чистая нефть без ущерба для экологии. Спасает мир. Пап! Пап! Брось дороги, болваны! Они нас заметили! А ты догадалась! Не дерзи, маме! Держись! Надо закончить дело вместе. Семейка Бигфута. Мы готовим блинчики. Давай. О, блин. Траппер. Я не виноват, что ты не ловец. В кинотеатрах с 1 октября. За мной, курицы. Мой будущий ужин украл мой завтрак. Придумала. Мы сделаем цирк с курицами. Может, лучше KFC? Мы должны сделать это вместе! Водитель зеленого мопеда, вы превышаете скорость! Прижмитесь к обочине! Смотри, да тут целый парк! Дай 5! Эти курицы все перевернули вверх дном. Совершенно вышли из-под контроля. Вон! Все вон! Это не куриная ферма! Курицы не умеют летать. Ты многое о них не знаешь. Какие таланты! Пальчики оближешь! Это королевская кобыла, и тебя должна сватать особа королевских кровей. Как без князя дело решить? Как выкрасть князя? Ой. Князь пропал. Меня переполняют радостные предчувствия. Вон они. Погоня! Отдай князя, дурак! Не могу! Он мне самому нужен! Я жениться хочу! Как она прекрасна! Она пахнет березками утренними и лучами солнца первыми. Чувствуешь? Березки. Тебе и твоему коню не поздоровится. Мы подданные княжества Киевского! Молчи, дурак! Бежим! Нужно как-то выбираться отсюда. А как же русские не сдаются? А кто сдается? Вау! А где осел? Вот он! Земле чужой. Прости меня, друг дорогой. Юлий, это корова. Не видишь, что ли? Да. У Моисея вроде рогов не было. Кэндис, каждый раз ты приходишь и говоришь мне, что Финес и Ферб делают что-то невообразимое. Но каждый раз я прихожу и нахожу ничего. Оглянись! И мне это уже надоело. Есть! Смотри, тут абсолютно пусто. Ладно, ребята, я сдаюсь. Для чего эта штука? Кэндис? Финес и Ферб! Кэндис! Куда ты летишь? Куда она летит? Кэндис похитили инопланетяне и забрали на другую планету. Пройдя через этот портал, мы попадем на другую планету. Добро пожаловать, инопланетяне! Гигантский робот. Вот, возьми Билфорда. Это просто робот. Он безобидный. Чтобы спасти Кэндис, нам нужно перестроить корабль. Я зову его Путешественатор. Типа космический корабль? Но это Натор. Есть разница. Это модно, хватит так пялиться. Ферб, я знаю, чем мы сегодня займемся. Нам нужно пройти через зонный барьер. Да, и? И он может сжечь всю электронику, которая находится на корабле. Ладно, это то, чего я точно не знал. Нам нужно узнать, где они держат Кэндис.
сегодня займемся. Это я против вселенной. Смотрите в озвучке Flero Films. Давным-давно в северных землях правили могучие викинги. Эти великие воины обладали необычайной храбростью и царствовали на море и на суше. Но один из них отличался особенной силой и доблестью. Победитель в состязании по стрельбе из лука сможет отправиться в плавание с викингами. И благодаря этой штуке я одержу победу. Не паникуй, Вик, ты получишь свое место на дракаре. Ты совершенно не обязан быть таким же могучим викингом, как твой папа. Это точно меч Одина. А что здесь написано? Что он обладает силой превращать все в золото. Мама! У нее было золотое сердце. А теперь и все остальное тоже. Возможно, ты единственный, кто сможет вытащить нас из этой передряги. Ага! На весла! Маленький викинг. Мы спасем маму, я обещаю. Эпическое приключение. Я приветствую вас. Отнеси меч наверх, пока не поздно. Ты станешь прославленным викингом. Лучники! Ты знаешь, как вытащить нас отсюда? Тут страшно, но отвисаем классно, друзья. Викинг Вик. Сейчас же верни мой меч. Кто сказал, что он твой? Покажи мне чек о покупке. Ладно, начнем представление. Кручу-верчу, обмануть хочу. Ого, куда разогнался орехоед? Смотрим внимательно, выигрываем обязательно. Тут. Ой, потом. Случайно или не случайно, но вода исчезла. Отважный герой должен отправиться в медвежий лес, который вернет воду. Есть герои. Я принцесса Латте, и я ничего не боюсь. Мой хвост. Давай, шевелись. Латте, куда тебя потянуло на приключения? И что тут опасного? Моя прическа! Ха-ха! Ну давай, скорлупочный шулер. Ну все! Это я зря! Поднажми! Тарань ее! Это волчий лес? Волков пока не видать. Нам надо спрятаться. Ага, панцирь. Привет, друзья. Вы явно что-то потеряли. Бежим! Может, мы договоримся? Какое огромное... Я его увидел и решил, что здесь нам будет хорошо. И маме обязательно. Понравится. Тоторо! Тебя зовут Тоторо! Тут был Тоторо! Хочешь сказать, тролль из книжки? Я думаю, это был сам хозяин леса. Тебе просто ужасно повезло. Пожалуйста, найди.